Окружаю ринг рефери следующего поединка, встречая трехкратно абсолютный чемпион Советского Союза по боксу Евгений Горцков, город Москва. Честное бойцовское шоу «Противостояние» представляет вашему вниманию «Цезарь Промоушен», спортивный клуб «Боевые перчатки» при поддержке «Шамо Боксинг». Восьмираундовый поединок я приглашаю в синего ринга. Добро пожаловать! Денис Лазарев, Украина!
Спокойно. Все, пока возьмем.
Лазарев, символ ринга, Украина. Цезарь Промоушен, спортивный клуб «Боевые перчатки». Третий раунд. Вот
Ну!
Давай, давай, давай!
Давайте, дальше.
Судейский счет восьмираундового поединка. Судья Надыров, 76-76. Судья Куликов, 78-75. Лазарев. Судья Курнявка, 77-75. Лазарев. Восьмираундового поединка победу одержал Денис Лазарев. Денис, поздравляем вас с победой, с вами победа в вашем отделе. Камил Джон Бабаджонов, аплодисменты. И его визави, победитель восьмираундного поединка Денис Лазарев. Денис, прокомментируйте поединок. Тяжелый поединок, хороший поединок на территории соперника. В первую очередь хочу поблагодарить всю компанию «Боксерские перчатки», «Цезарь», за их теплый прием и за то, что я здесь сейчас боксирую на их территории. Спасибо. Денис, вы пришли из любительского бокса в профессионал. Да. Познакомьте нас со своей любительской карьерой. Ой, длинная карьера. Последнее, что могу вспомнить, это WSB. WSB. Да, это было 4 боя. И если кто знает, такая была VPB. Мини-профессионал, часть 8 раундов. Вот я последний, что продрался, перешел сюда. Ну, то есть, судя по вашим выступлениям, вы как минимум мастер спорта международного класса Украины. Минимум так и есть. Аплодисменты! Денис!